Иди прогуляйся, доча. Да китай. Что там, снег уже? Класс. Ух, шикарная. Викуль, ну реально шикарная. Прям ух. Как раз сковородочные такие, да? Что это такое? Где? Землетрясение. Да нет, видите, вот это что ли? Да. А, ну это бабочка. Какая бабочка? Это не бабочка. Павлиний глаз. Пап, ты что обманываешь? Это вообще-то завязка. Вообще уже. У тебя клевала. Не клевала, она спускалась. А, ты ее скинула, да, что ли? А-а-а. Ясно. Я же тебе говорю, клевала. Вик. Нет. Дим, вот что, вот, вот посмотри, это теперь замолчало, это село, посмотри, одну за одной тягает. Ты видишь, нет? И еще и меня опять зацепило, или нет? Нет. А, нет, это ты что, у меня клевало? Ты что на меня врешь? Сейчас я вытащу это, давай закормим сюда все-таки. Давай, давай. Давай, давай, все равно не получится, моя рыба. Я заклинание сделала два раза. Интересно, да? Да, пока она здесь крутится. Ничего не выйдет. Я заклинание сбрила. О, кто-то побрился. Побурился? Да. О, не скинула все. Все? Да. Скинула? Да. Чего у тебя сторожок так развернулся? Поверни. Вик, ну вот так вот, а, кольцом. А, вот это. Да, вот так вот. Да вижу я. Уже теперь. А что ты не смотрел? Она дергает, дергает, а это не берет. Я же несколько раз секанул в холостую. Кроватку для игрушки. Она брала, что ли, или чего? О, сошла, падла. Ах ты ж, падла, а. Ты как так могла сойти, а? Я в прошлый раз, у меня то же самое, вот так. Один сход, второй сход, третий сход. Блин, думаю, что это за фигня. А у меня, оказывается, на мороженщик крючок обломило. Прикинь, вот где жало. И она не цепляет. У тебя перевернутая была, а у меня вообще без жала. И губу не пробивает, я его подсекаю, она раз сошла. Сошла, думаю, да. А когда оборвала, даже не понял. Вернее, сломала. Ну, понятно. Есть. Ну, глаз мою выловил, наверное. Которая вот эта сошла. Угу. Я попробовала, какой вкусный опарыш. Ну, точно. Он глаза ее. Она, да? Да. По взгляду. Глаза ее, да. Подыгрывай, подыгрывай, если начинает это, подыгрывай. Дергай, подыграй чуть. Сильно не поднимай. Вот так вот чуть-чуть, Дим. Вот так вот, раз, раз, раз и опусти. Да ты что? И потом не забираешь еще, да? Вот вытащи, Дим, вытащи, 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 тащи. И потом еще не забираешь, говоришь, надо бежать. Но... А, ты, блин. Сидишь на диване, тебе предлагают, тебе надо, ты еще ехать не хочешь. Сейчас, подожди, куда бы ты не закидывал. Куда ты уже сейчас скинул? Собирай стенку. Давно не виделись. Хорошо побегали. У меня больно пересохло.
Почему у вас тут все грязное? Ну, мы тут посыпали чуть-чуть. Чтобы скользко не было. Дим, подожди сейчас. Чтобы было такое весеннее настроение, как будто травка зеленая. Это желтый. Ну ты представь, что она зеленая. Воображение там вызывай. Там лед вообще что? Мокрый, во-первых. Вот я тебе говорил, сапоги какие оденешь, не оденешь, блин. Нет, ну ладно, что. Нормально, они высокие. Хотя бы это спасает. А идет, да, снег? Там что, снег или дождь? Нет, идет? Там мокрый снег просто. Ай-яй-яй, да что ж такое, а? Что такое, запутался? Да вообще что-то. Согрелась? Пойдем еще побегаем. Согрелась? Что? Вон, глотни горяченького чайку. Чё? Хорошо побегали. Блин, сейчас в катушку не залезет, нифига, надо распутать. Давай туда пока закинем. Да нет, тут удочки, слушай. Сейчас я тут еще и удочки запутаю, вообще будет прекрасно. Все, скидывай. Сюда, да? Ага. А хуй опять на мою лунку скидываете? Пойдем еще побегаем. Я Голя. Да. Ты Голя. Ну все, бросай. А вы еще не мою удочку. Ужас. Да пусть лежит. Ай, стойте, там надо поправить. Давай, меняемся, ты туда, я сюда. Поправить. Ничего, никак. Да, да, да. Так. Мне надо теперь распутать вот эту штуку. Все. Пока. Пока, пока. Вы куда? Опять убежали? Да. Да, где тряпки есть, а? Там где-то, папа. А, ты что ли положила сюда? Или кто? Ну, я вообще там была. Там что, снег идет, что ли? Да, там снег идет. Все, пойдем. Хорошо. Что снег? У нас музыка это вы. Слушай, вы какие-то это вас облепило и снег. Видите, слушаться. Дим, смотри, свалит. Я там дернул. Это что, не нет, клюет и на эту клевало, и на эту клевало. Мы закормили. Сначала тишина была. Че? Поиграй, поиграй ее. Угу. Доча, будешь ловить? А? Почему? Нет, не хочешь. Смотри. А. Ну я знаю сейчас. Помашешь, помашешь, и тебе клевать начнет. Ну да. Блин, ты, по-моему, домой хочешь? А? 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 Что-то ты на рыбалку приехала и с самого начала все домой себя тянешь. Потому что папа. Мы еще не покатались на льдинах. Так неинтересно. Можно вот так на колени? Можно, конечно. Опять затечет, можно просто. Возьми маленький стульчик, вон там сядь. Нет. Вот здесь вот. Нет. Не хочешь? Нет. Мне так удобно. Вот так вот надо, Коль. Подыгрывай, подыгрывай, подыгрывай. Слушай, она сама что ли идет вверх?
Легко, да, как? Да, как будто бы это стартует вверх. Она такая, все, сдалась, да? Ага, сейчас я выпрыгну, да, из лунки. И упрыгну. Скажи ему. Что? Да, я говорю, это. Не, можно, конечно, съездить. Да, и, кстати, знаешь, когда, Дим? Вот сейчас в марте можно съездить перед запретом. Мы вот тогда ездили, когда еще лед стоял, но уже было ближе к весне. Вот, вот, вот перед запретом, да, получаю, потому что там апрель уже будет этот, с 5 апреля закрытие. Уже все до мая месяца. Да. А мы в марте не едем? Мы хотели же в марте в Ташкент. А, вот туда хотите? Хотели прокатиться на Ташкент. На машине. А ты, блин. Че, свалило? Ну, мы не знаем, в марте край. Куда там заедем. Мы хотели съездить, когда цвести там все начинает. Весну хотели продлить в этом году. Там раньше же начинает цветение. Ну, цветение вообще там раньше начинается же. А вы, по-моему, в прошлом году тоже были. Кто? Да, вы или не были? Я вообще с 18 года там был. Да ну. Да. Мамку как похоронил. Пандемии вот это вот все потом, да, началось, да. Блин. Весной как раз отбыл. Блин, смотрите. Есть. Ух ты, смотри-ка, все съели. Оказывается. О. Дима, сегодня, кстати, это, клев хуже, но экземпляры лучше. Ты заметил? По-моему, в прошлый раз тоже были неплохие. Там, под вечер начали, а так мелкая шла. Под вечер начала вот такого вот размера идти. И, Коля, у тебя там это, ножовка есть? Да, действительно, это дно большое. Да? Ну, в смысле, глубоко. Глубоко здесь конкретно, да. Блин, и холодный был, пробить бы здесь вообще дно, посмотреть, что за дно. Все надо, все это. Хер чего купишь. С этими ценами, блин. Есть? Ух, тоже. Смотри. Смотри. Что, подошла, что ли? Ах, кто так насаживал? Кого? Пучком. Я? А, дядя Дима насаживает. Что там? Нет, опарышек. Кто так пучком насаживал? Насаживал. Как пучком? Вот так. Все пучком? Да. О. Нет. Разве можно так, а, Вика? Ну что ж ты? Надо, может, высыпать в мешок их? Можно уже, да, пересыпать. Сейчас мешок достанем. Сейчас. Да они, вот они же, мешки. Где же есть? Вот такая лечь поймался. А, вот они же. Там два где-то было, или там пока второй, в один второй потом. Тоже есть там, вот он, да. И там у тебя в машине, по-моему, еще есть. Есть еще в машине. Я там из гаража один закинул. На всякий случай. А куда рыбу положим? Какие сани? Зачем их в сани? Вы принесете руками. Один с одной, другой с другой стороны. Блин, отвязать не могу. Да ты что, там не на узел, просто там она так прихвачена.
Да, дно оторвалось. Пробило туда до этого. До самого. Я, блин. Опять что-то не то. А, что есть? Ловится, да. Хорошо. Что ловится, дочь? Это же хорошо, когда ловится. Ты счастлива? Да. Ах ты, блин. Что? Бывает, да, срывает? Ну вот, сошла сейчас. Шла. Да вот он пакет, Вик. В мешок, ну, туда кидай. Там даже лучше будет. Она оттуда не сбежит. По крайней мере, да. О! Чё? Поплыли. Куда поплыли? А, оторвало? Китай. Оторвало? Что? Смотри, в лунках вода ж пошла. Да. Видишь? Да. Ничего страшного. До Китая доплывём. Нет, не доплывем. Я же говорю, до Чилика. Ну да, мы до Китая. А я до Китая. Мы сойдем там, да, в Чилике? А вот дальше вот. Да. Ну там, кто успел, тот успел. Чё, сошла? Шла и ушла. Ну, то же самое. Дим, ты сейчас здесь глубина большая, быстро не тащи. Помедленнее вытаскиваю ее так в натяг, потому что быстро начинаешь. Я вот сейчас тоже поторопился, и она сорвалась где-то вот около лунки уже. Здесь крючки, видишь, мормышка маленькая, она губу режет ему. Нельзя быстро, надо медленно. А я вижу, да чушь. Опять дождик. Угу. Погодка. Погодка классная. Просто шикарная. Ну я говорю, у нас, наверное, вот это уже будет закрытие. Чего? Да посмотрим, вдруг еще февраль, когда сморозит. Ну все возможно. Хотя я смотрел погоду. Что-то на 10 дней, что ли, я помню, смотрел. Тепло, да? Тепло, постоянно тепло. Но я по Алмате смотрю. Здесь-то все равно по-другому немножко. А у меня забитые, знаешь, 5 или 6 этих мест. Кто меня я смотрю, трогает, Алмату, Астану, Ташкент, Капчагай, Кигей, Атырау. Твой папа что, далеко? Восстание 14 градусов мороза сегодня. Сегодня? Классно. Папа, ты меня не трогал? Нет. Коля же тебя трогает. Нет, он шутит. Скажите, что он шутит. Чего, спалили тебя, да? Ах ты, такой медведь. Рыба хочет увидеть. Ага. Сразу в лунку. Носом бьет. Да. Давай. А. Ну, лошадка, ну. Вика, свалишься? Не свалюсь.
Я ногами держусь. У тебя, кстати, коленки не промокли? Нет. Сидишь на волне. Ну, мне так, по крайней мере, удобнее. Блин. Ты хоть гори, папа, Вика, ешь. А куда ты смотришь? Я руки вытираю. Вика, не балуйтесь, а. Да, Вика. Ты болит. Да, Вика балует. Блин, а? Правда, мелочь какую-то вылавливают, блин. Мужики, да бурят. Бурятся. Они... Бурят. Вика, не бурлят, а бурят. Бурлят. Почему ты говоришь бурлить? Бурлят. Будем сейчас бурлить. Бурлят. Помогите, я встать не могу. Держи за меня. Куда ты хочешь? Это баба кувыркается. Попала. Говори на русском. Что ты на китайском говоришь? Я ничего не понял, что сказала. Ни одного слова. Что-то там на папа кувыркается назад, когда я встаю и за него держусь. Палатка падает, все падает в лунки, рыбам на пожертвование, палатка ломается напополам, и все. Конец. Рыба так ползком, как тюлени, быстрее к лункам, да, идет? Ныряет одна за одной. Подыгрывай сейчас. Подыгрывай. Ну, давай. Дернула, подыгрывай. Блин, она сегодня, я говорю, что-то вообще. Ну, как вообще? В прошлый раз, конечно, было лучше. Да. Ну, сейчас тоже. В прошлый раз вообще как-то так. Спонтанно. Тупо скидываешь и поднимаешь. Да. Скидываешь, поднимаешь. Бросил, да, вытащил. Бросил, вытащил. А в этот раз, я говорю, уговаривать надо. Ну, видишь, давление, я говорю. Зато руки можно вытереть. Плюс погода еще, посмотри, что творится. Зато руки можно вытереть. Дождь опять вроде кончился, да? Ага, я сейчас стою. Ну, что-то мелкое моросит там. Есть? Да. Ну, шикарно. Папа, мы что, гулять? Ай! Че? Ушла. Оторвалась? Ты вытащи, посмотри, может быть, этот. У тебя второй раз уже, кстати, сходит. Наживку не менял? Не смотрел? Нет, сейчас еще не раз. Не бля, он сам-то не делает. А у меня нормально стояло? Бывает. Ну, опарыши они, в принципе, все. Рядышком? Не ворот нашу. Че, напилась, что ли? Да. Ты думаешь, она чай любит? Да. Да? А, понятно. А я думаю, почему у тебя эта удочка все время клюет? Ее чаем, капустой подкармливаешь еще, да? Ну да. Ясно.
Еще тортик мне нужен. Ах ты ж, блин, да сладенькая. А что вы сладенькое не купили, дочь? Надо было взять таким пироженки, шоколад. А что, Вика, торопилась для нас? 20-е, 20-е, я обо всем позабыла, извини. Ну, буду меня подождать. Я не взяла. Я пришел уже у вас там все пакеты. Я думал, ну все, все. Пойдем. Не могу. Можешь? Нет. К чаю ты имеешь в виду сладкого? Ну да, что-нибудь. Охота же на морозе что-нибудь такого. Вредного сладкого сожрать. Так кто на морозе? Ну, в смысле. Вы посмотри, в палатке вода, на улице тоже. Ну тоже стресс все. Да. Вика, только не падайте, пожалуйста, там, наверное, сыро. Да. Слышишь? Не валяйтесь там. У Полины ноги, смотрю, вообще вот здесь вот мокрые. Чё? Вы там не шепчитесь давайте. О, народ, поехали. Домой? Угу. Все, отловились, наверное. Чё поедем? Отплодились, поехали домой, говорят. Что-то это заклевало, А села у тебя и сидит. Что-то не хочет. Не хочет.